Смертоносный товар. В Дагестане полицейские задержали предполагаемого закладчика наркотиков. 19-летний житель соседней республики пытался реализовать в нашем регионе запрещенные вещества, а именно 150 граммов мефедрона. При личном досмотре у молодого человека был обнаружен подозрительный пакет. Также в ходе допроса подозреваемый назвал координаты крупной закладки, произведенной в лесном массиве Воронеже. В ходе проверки на месте было обнаружено 500 грамм мефедрона.